Анна Ахматова. Приподнимала так. Хорошо. Ты письмо мое, милый, не комкай. До конца его, друг, прочти. Надоело мне быть незнакомкой, быть чужой на твоем пути. Не гляди так, не хмурься гневно. Я любима, я твоя. Не пастушка, не королевна. И уже не монашенка я. В этом сером будничном платье, на стоптанных каблуках, но, как прежде, жгучие объятия, тот же страх в огромных глазах. Ты письмо мое, милый, не комкай, не плачь о заветной лжи. Ты его в твоей бедной котомке на самое дно положи.